Приветствую вас на канале Техревизор. Собрал лучшие газовые тепловые пушки на 2024 год. Газовые тепловые пушки используются для обогрева складов, цехов, гаражей, теплиц и других нежилых помещений. Такие приборы характеризуются низкой стоимостью эксплуатации благодаря использованию газа, пропана, бутана или их смеси. В этом топе я собрал 6 лучших газовых тепловых пушек с различной мощностью, производительностью и другими характеристиками. А чтобы вы могли узнать актуальную стоимость модели из этого рейтинга, я оставлю в описании под видео ссылки на маркетплейсы. Прежде чем продолжить, подпишитесь на канал и нажмите колокольчик, чтобы не пропустить выход новых обзоров и рейтингов. Ну а теперь приступим. Открывает рейтинг Denzel GHG15. Газовая пушка с тепловой мощностью 15 кВт, которая предназначена для обогрева помещений площадью до 150 квадратных метров. Модель работает на смеси пропан-бутан и выделяется высокой производительностью в 500 кубических метров в час. Она выполнена в традиционном цилиндрическом дизайне в стальном корпусе, покрытом термостойкой краской для защиты от коррозии. Она установлена на широкой платформе, которая обеспечивает устойчивость во время работы, а для удобства перемещения и транспортировки сверху на корпусе у нее есть ручка. А все необходимое для подключения входит в комплект, включая газовый шланг и редуктор. Как и большинство современных приборов, пушка наделена пьезорозжигом для быстрого и удобного старта. Еще производитель предусмотрел все защитные опции для обеспечения безопасной эксплуатации, включая перекрытие подачи газа и электропитания при перегреве или при отсутствии пламени. Расход у модели совсем небольшой – 1,1 кг в час. Низким расходом радует и следующий участник. На пятой строчке стоит Балу BHG10. 10-киловаттная тепловая пушка, работающая на сжиженном газе пропане и пропан-бутане. Модель выделяется стойкостью к резким перепадам температур и легко переносит транспортировку, для чего снабжена ручкой. Корпус имеет надежное антикоррозийное покрытие, что позволяет эксплуатацию даже в помещениях с высокой влажностью. Основание у пушки широкое, устойчивое, камера сгорания выполнена из оцинкованной стали. Горелка имеет специальную конструкцию, есть биметаллический предохранитель и защитная термопара. Модель наделена многоуровневой защитой, которая отключает устройство при исчерпании топлива и перекидывает подачу газа в случае угасания пламени или при угрозе перегрева. Также в комплекте идет армированный газовый шланг длиной 2 метра с редуктором давления. Тепловая пушка обеспечивает производительность до 350 кубических метров в час и подходит для помещений площадью до 300 квадратных метров. Расход топлива в среднем составляет 0,7-0,8 кг в час. Следующий участник предназначен для больших площадей. На четвертой строчке стоит более габаритная модель Sturm GH91-301V с тепловой мощностью от 20 до 30 кВт. Модель выполнена в традиционной цилиндрической форме для повышения эффективности обогрева и наделена широким устойчивым основанием. Как и у прочих моделей, оно предусматривает наклонную конструкцию, поэтому выход потока нагретого воздуха направлен вверх. А сверху на корпусе есть широкая эргономичная ручка для облегчения транспортировки. Тепловая пушка оборудована пьезорозжигом для быстрого включения. Комплектуется газовым шлангом длиной 1,5 метра и редуктором. Работает она на смеси пропан-бутан. Кнопка включения закрыта защитным кожухом, как и у большинства моделей. Мощность регулируется плавно. Максимальная производительность составляет 720 кубических метров в час. Расход газа в зависимости от мощности может составить от 1,45 до 2,18 кг в час. Это является хорошим показателем с учетом мощности прибора. Следующий участник обладает еще большей мощностью. Тройку лидеров открывает Zubar TPG-35. Самая мощная модель российского производителя в рейтинге. Она выполнена в цилиндрическом корпусе для равномерности воздушного потока, который имеет надежное антикоррозийное покрытие. Это позволяет использование в помещениях с высоким уровнем влажности. Корпус с двойными стенками обеспечивает безопасную эксплуатацию, поскольку наружная поверхность сильно не нагревается. Тепловая пушка мощностью 35 кВт предназначена для обогрева больших площадей до 700 квадратных метров. Мощный вентилятор усиливает теплоотдачу за счет большого объема прокачиваемого воздуха. Производительность достигает 760 кубометров в час. Подача газа регулируется, как и у других моделей. Максимальный расход составляет 2,6 кг в час. Использовать можно газ пропан и бутан. А что касается безопасности, пушка оборудована всеми необходимыми защитными опциями. И в том числе отключением подачи газа при угасании пламени, при отключении электричества и при перегреве. Она автоматически отключается и при исчерпании топлива. Аналогичными опциями наделены все участники рейтинга, не исключение и следующая модель. На второй строчке стоит Patriot GS30.
газовая тепловая пушка мощностью 30 кВт. Она выполнена в надежном прочном корпусе с антикоррозийным покрытием, который имеет уровень влагозащиты IPX4. Это обозначает возможность использования на открытых площадках с попаданием капель дождя и в помещениях с повышенным уровнем влажности. По форме и исполнению модель не отличается от предыдущих. У нее широкое устойчивое основание, на которое вынесены кнопки управления, и большая ручка для удобства транспортировки. Для подключения в комплекте есть газовый шланг длиной 1,5 метра и редуктор. Работать она может на пропане и бутане. Расход небольшой с учетом мощности и производительности, всего 1,98 кг в час. Благодаря мощному вентилятору пушка обеспечивает производительность до 700 кубических метров в час и подойдет для использования в помещениях площадью до 900 квадратных метров. Как и у прочих моделей, здесь предусмотрена возможность регулировки подачи газа, от чего зависит температура нагрева, а также набор защитных опций, обеспечивающих безопасность эксплуатации. А теперь перейдем к лидеру рейтинга – Ресанта ТГП-30000. Популярная модель отечественного производителя. По форме и конструкции она не отличается от аналогов, имеет такое же цилиндрическое исполнение для равномерного нагрева и с направленным вверх выходным отверстием для повышения эффективности. У нее надежное широкое основание и эргономичная ручка для удобства перемещения. Ключевое отличие модели состоит в весьма значительной производительности. Она достигает 1000 кубических метров в час. Это существенно выше показателей большинства моделей аналогичной мощности. Еще одна особенность – это возможность работы на любом виде газа – пропане, бутане и смеси пропана и бутана. При максимальной мощности расход составляет 2,18 кг в час. И все необходимое для подключения, включая шланг и редуктор, есть в комплекте. Модель наделена всеми обязательными защитными опциями, имеет надежный биметаллический термодатчик для контроля пламени и пьезоэлектрический элемент для быстрого включения. В общем, это хорошо оснащенная и наиболее производительная тепловая пушка для обогрева больших площадей. На этом мой рейтинг подошел к концу. Стоимость всех моделей рейтинга можно посмотреть по ссылкам, оставленным в описании и в закрепленном комментарии. Подписывайтесь на канал, ставьте большие пальцы вверх. А также не забывайте включить уведомления, чтобы первыми узнавать о новых рейтингах и обзорах техники. А с вами была команда канала «Техревизор».